попадет. Потом закрыть. Хочет с фонтаном, потом ты будешь смотреть еще. Ну теперь надо фонтан. Антоша, скажи волшебное слово. Или Андрей, скажи, чтоб фонтан появился.
Ой, какой, какие попугайчики там. Папа, it's not a meeting. Угу. Да, милый. Камень голубой. Угу. Да, это сейчас тепло, я все хочу как-то. Мишенко. Смотри, какая красивая. Come here, I'll show you something. What's that? Come here, I'll show you something. Подойди к нему. Осторожно. И какая? Еще одна птичка тут. Маленькая сидит. Ускакала. А видишь что-то, Андрей? Что? Видишь бамбук какой большой. Здорово, Антошка. Мама, вот это маска. Здорово. Отмечай. Ой, сзади зеленый такой сидит. Thank you.
все большие листья, смотри, вот там. Пошли фотографироваться. Конечно. Конечно, очень большой. Большой. Ну давай поищем. Рыбка там плавает. Да. Watch this. You have gold here? Did you get? Where did you find it? What problem is there? Way.
большой лопух. Так, там просто обратно через камень пойдем. Дай мне ручку. Там надо пересадить. Там просто. Вставай, вставай на эту ногу. Хорошо, так, вставай. Встань, встань. Боишься? Вот так. Дальше не ползи, повернись к папе. Сейчас я отойду. Стой, только не упади. Делай так. Сами делай. На папу смотри. Потом будут закрытые глазки. На переднем плане светит подальше, как табличка. There you go. You're gonna pinch yourself because that hurt.
Good job. This is so smart. I wonder why they don't do it on modern trains. I was thinking that too. And I think because if the public left a bottle on the chair, right, and they would either pull it and then break the bottle, and then of course nobody cleaned up the glass, or people would get their hands caught underneath and they get hurt, then they sue the city or the transit. Yeah. See, that's the bell. Oh, you pull the whistle too. Bell. Okay. Okay. Can I reach? There you go. Oh. Pretty cool, huh? Scared somebody outside. Well, thank you so much. You're welcome. Do you want to try as well? You try as well. Баня, что ли? Надо будет посмотреть. Смотри, там печка такая. Написано, что обставлен как... Был бы обставлен в те времена, где они спали. Или они на чердаке спали. Ой, смотри, какие интересные. Тут половинка, и там, а там нету. Наверху спали?